Самарские трамваи стали еще чище. В городском депо трамвайно-троллейбусного управления запустили новую энергосберегающую автоматическую мойку. В прошлом году, несмотря на уменьшение выручки, связанное со снижением пассажиропотока в разгар пандемии, муниципальное предприятие изыскало средства, и в сентябре были объявлены торги на закупку нового оснащения. Приобретенная мойка российского производства. Она укомплектована инфракрасными датчиками, которые помогают регулировать движение трамвая в моечном отделении. Также есть датчики контроля подачи воды. И качество ее мойки по сравнению с теми, которые отслужили, конечно, на порядок и порядок выше. Более того, в этой мойке автоматически все запрограммировано, сколько должен умыться каждый трамвай. То есть в качестве примера одиночный трамвай моется там минуту 20 секунд, трамвай, состоящий из двух вагонов, 2 минуты. В ходе городского месячника по благоустройству приводят в порядок весь подвижной состав после эксплуатации в зимний период. Трамваи моют дважды в сутки. С такой же кратностью проводят дезинфекцию. Основной объем работ приходится на ночь. Кроме того, в течение дня дополнительно протирают все контактные поверхности. Чтобы справиться с возросшим объемом работ, на добровольной основе привлекаются даже литейщики, сварщики, слесари и сотрудники других подразделений ТТУ. За усердный труд литейщик пластмасс Владимир Сосновский в прошлом году удостоился почетной грамоты Департамента транспорта администрации Самары, а также премиальных. На выручку мойщикам приходит и сейчас. Мы, в общем, разводим хлоровин Б. Вот. Пропорция 7 ложек на ведро воды. Вот обрабатываем, я иду, опрыскиваю, за мной вот моя напарница идет, промывает дальше все остальное, тряпкой вот, все сиденье, поручни, все вот это обрабатывается, в конце все обрабатывается, уже полы моются, и трамвай часа полтора проветривается. Запас хлорсодержащих средств в муниципальном ТТУ не снижается. Его хватит на 2-3 месяца вперед. Следующие торги планируется провести в июне. Покупаем хлорамин. Хлорамин покупаем с прошлого года. Это необходимо для того, для обеззараживания подвижного состава. И здесь мы находимся на складе. Это у нас промежуточный склад, небольшой. Здесь у нас запасы каких-то моющих средств, мыла, антисептиков, белизны, хлорки. Есть всегда в наличии также и одноразовые маски, потому что сотрудников у нас много, масочный режим никто не отменял. Предпринимаются такие меры для комфорта и безопасности пассажиров. Как минимум способы для оплаты намного удобнее и приятнее, и в принципе чище стало. Конечно, нужно, как и любую другую технику. С сезоном все-таки почище стало. Все-таки сейчас сухо, я думаю, сейчас будет еще лучше. Всего ежедневно на линию выходят 156 трамвайных составов, работающих на 24 маршрутах, и 103 троллейбуса, следующих по 15 направлениям. Ежедневный осмотр и дезинфекция подвижного состава продолжаются во всех 6 депо трамвайно-троллейбусного управления. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.